Спонсор показу Polar Seafood Україна. Вас в ефірі програма «Форшмак» і я її ведуча Аня Юнак. Сьогодні ми продовжуємо говорити про морепродукти. А зараз давайте ви будете вгадувати, а я буду давати підказки, що ж це за продукт такий. У Франції без цього продукту не уявляють собі жодного Різдва. Його запікають або тушкують у вишковому маслі. Також подають із чесником та петрушкою. У Італії з нього роблять тартар та карпаччо. Цей молюск являється символом краси та кохання богині Афродити, адже за легендою вона з'явилася із піни морської у віялоподібній мушлі. Хто ж це може бути? Ну, звісно, друзі, звісно, це морський гребінець. Дуже смачний і низькокалорійний. Отож, я вдягаю свої рукавички і зараз вам розкажу, як правильно обрати і на що звертати увагу при виборі цього молюска. Отож, перше, звертаємо вашу увагу на цілісність упаковки. Вона абсолютно чиста, прозора, без пошкоджень. Наступне. Подивіться, будь ласка, ось на цю торгову марку. Ось Polar Seafood Україна. Саме одне ведмежа, а не три, ні чотири. Одне ведмежа говорить про якість і про те, що цей продукт дійсно якісний, якому можна довіряти. Компанія Polar Seafood Ukraine має більш ніж 30-річний досвід у ловлі та переробці риби. Підприємство володіє власним флотом, оснащеним інноваційним обладнанням. Polar Seafood Ukraine імпортує більш ніж 100 найменувань морепродуктів з різних країн світу. Головний пріоритет компанії – безпека продукції. Адже система управління якістю охоплює весь процес – від вилову сировини до готової продукції. Отож, морський гребінець вміщує в собі усі амінокислоти – омега-3 та омега-6. Користі просто невимовна кількість. Тут дійсно один білок. Це те, що потрібно кожному організму хоча б один раз на тиждень вживати цей морепродукт. Отож, я обираю для сьогоднішньої страви саме Polar Seafood Ukraine, забираю його із собою та відправляюся на кухню готувати. Представити вам свого друга, риболова спортсмена, людину, яка обожнює подорожувати, а також завжди цікавиться усіма кухнями світу. Це Ігор Кузьмін. Привіт. Привіт. Ігор, в мене тебе сьогодні буде завдання. Так як я розповідала нашим любителям морепродуктів, як правильно обирати саме гребінці, то потрібно сьогодні з них приготувати якусь дуже смачну страву. Що ти пропонуєш зробити? Ну, во-первых, гребешки кажутся всем очень сложным блюдом, но на самом деле приготовить очень просто. И не обязательно для того, чтобы приготовить, нужно быть супер-шеф-поваром. Так. Я выбрал сегодня такое интересное блюдо из гребешков. Первый раз я его попробовал во время путешествия в Лондон. Это в ресторане 15 Джейми Оливера. Это гребешки с чечевицей. Ну, Джейми Оливер для меня является одним из, скажем так, авторитетных шеф-поваров. У него вот эта вот манера ведения передач, да, манера приготовления. И, как оказалось, это неимоверно вкусно и, наверное, просто.
цікаво. Тобто будемо руйнувати міфи, що це дуже складний такий відповідальний, наче делікатес, а що ми боїмося його зіпсувати. Сьогодні покажемо, що це зробити насправді, ну, приготувати смачно. Так, да. Я його готовлю вдома, всім дуже подобається, дуже просто. Що для цього потрібно? Для этого нужны, ну, естественно, гребешки, чечевица, бекон, спаржа, помидор, одна картошина, ну, лавровый лист, соль, перец, уксус, сливки. Блюдо будет состоять из нескольких компонентов. То есть получается гребешок – это как основной элемент, как бы изюминка на тортике. Чечевица у нас получается для вроде гарнира. Туда войдет картофель, помидор, чеснок. Вот. И мы сделаем соус для того, чтобы это все красиво заправить. Ух ты, соус, а это соус? Соус будет на основе сливок. Он будет с оливковым маслом, солью, ну, довольно простой. Ну, очень хорошо подойдет гребешкам. Добре, давай починати. Я тобі в усьому допомагаю. Все, як завжди, да. Ми працюємо разом. Ну, тоді стандартна схема, так як у нас дольше всього готується чечевиця, я предлагаю включити плиту, засипати туди немного чечевиці. И поставить ее варить до кипения на маленьком огне. Да. Также для этого нам потребуется помидор, одна картошина и несколько зубчиков чеснока. Засыпать чечевицу. Все, где-то примерно 300 грамм чечевицы. Угу. Все, доводим до кипения. Дай, пожалуйста, мне чеснок. Угу. Я с собой притащил свои любимые походные ножи, поэтому мы сейчас чуть-чуть раздолбим чесночок. Давай мне помидор, вот я тогда здесь. Помидор делать ничего не нужно. Тебе будет самая сложная женская задача, я тебе даю свой маленький ножичек, почистить не одну картошину. Угу. Добро. Так, мы берем несколько зубчиков чеснока, выберем самые красивые. Игорь, скажи мне, пожалуйста, как ты назначил Новый год? Ну, сложные 2020 и начало 2021 года, учитывая карантин, учитывая все сложности, которые сейчас у нас есть, скажем, Новый год отпраздновал дома, в кругу семьи, вкусненько покушали. А теперь перед тем, как закипит вода, нам обязательно нужно бросить помидор и картошину, которую ты почистила для меня. Такий супчик, будемо говорити. Да. Ну, це не супчик, це я чуть-чуть позже розкажу, куди вже буде чечевица закипівся, коли вона свариться, помідор свариться. Так, тепер, Анечка, мені для того, щоб продовжити приготовлення, ми займемося спаржею. Ми швидко, буквально минуту-дві, поваримо спаржу, щоб вона була м'ягенькою, а потім її обжаримо. Пирог відрізаю у них. Где-то сантиметров 5. Знаешь, жесткие же частины. Да. Угу. Это 5 сантиметров, 6, как кому больше нравится. Так, у нас вода закипела, поэтому мы берем, ложим сюда аккуратненько спаржу. Все, и пусть она буквально там 2-3, ну может 5 минут. Так, у нас уже закипело, выключаем спаржу. И у нас уже практически готова чечевица. Мы сейчас аккуратно на тарелочку отсюда доставим помидор. Угу. И снимем. И самое сложное действие, которое будет, это, Анечка, тебе, как всегда, ты снимешь шкурку с него. Достаем спаржу. Вот, она становится уже чуть-чуть помягче. Смотри, нужно еще, у нас закипает водичка, мы добрасываем чуть-чуть лаврового листочка. Угу. Для запаха. Я его люблю бросать в конце обычно, потому что он разваривается, его потом тяжело вылавливать, а вкус, в принципе, 2-3 минуты все равно на блюдо. Так. Вот, раскалили сковородочку, обильно сдобрили его оливковым маслечком. Починается найцікавіше. Да, зараз буду відбуватися. Подай мне, пожалуйста, бекон. Сейчас мы обжарим бекончик до золотистого цвета. Бекон наш, сало наше. И как же даже у нас такие блюда не прокатят. Буквально 30 секунд с одной стороны, 30 секунд с другой стороны. Прекрасный
хороший, чудесный запах. Здесь он везде. Теперь мы красиво это выкладываем на тарелочку. Пожаренный, вы видите сами, что это буквально пару секунд. Ой-ой-ой, какая красота. Так. И теперь в это все масочко мы выкладываем фаржу и обжариваем ее. Якраз масло вже ароматне. Да, да. Копченим. Копчененьким, да. Дадим еще оливкового масочка. Синь перец. Совершенно верно. Да, нарешті. Эту задачу мы дадим тебе. Так. Да, открывай соль, перец. Рыбочку снимаем, поухаживаем за тобой. Так. Давай. Соль, перец. Супер. Обжариваем. Ну, це... Так, теперь мы берем пару листочков мяты и тоже их обжариваем в этом масле. Вау! И да. Что оно даст? Оно даст? Оно даст прикольный вкус, запах. И вот у нас уже спаржа стала золотистой. Так. Мы ее так чуть-чуть пробиваем. И теперь можно по чуть-чуть ее доставать. І, мабуть, прямо тут ми будемо... Совершенно верно. Да. Ой. Ба-ба. И теперь наступил классический момент. Мы еще добавляем масло. Вот. И ставим ее чуть-чуть в сторону. Пусть она чуть-чуть подостынет. Так. Перед тем, как варить лепешки, мы должны делать соус и чечевицу. Вылавливаешь чеснок и картошку и выкладывай ее с помидором в эту посуду. Доставай картошечку, которая должна была свариться. И теперь это все нужно размять в воду. Берем чесночок, чистим его от шкарлупочки. Вот так вот прям снимаем. Он у нас сварился. Все хорошо. Так, и будем это все вилочку. Да, и помидор, и вилочка. Я тебе дам вилочку. И вилочка это все разберет. А я пока сделаю соус. Соус у нас состоит из сливок. Жирненький, хорошенький. Сливочки. Потом мы сюда добавляем немного уксуса. Буквально пару капель. Какие уксус? Виноградный. Да. Не, ну и чайный виноград. И оливковое масло. И также для того, чтобы было пикантненько, мы туда лимончик выдаем. Вашего разрешения я поперчу и посолю. А мы можем сделать ось эту работу в блендере? Да. Можем. Можем в блендере, ну как кому удобно. Можем помять. И теперь это все перемешиваю. Видишь, он становится густой, хороший. Это его, наверное, не нужно готовить. Нет, сливки. Да, ну, естественно. Сейчас самый ответственный этап. От этого многое зависит. Дело в том, что гребешки должны жариться всего 40 секунд. Да, а таймер? Ну, у нас телефон, как обычно. Так, в принципе, я люблю на глаз. Они должны стать золотистые с одной стороны, золотистые. Порезать треба, так? Да, чуть-чуть зелень. Зелень – это всегда хорошо. Это витамины. Да. И что? Так, самое главное. О, гребешочки наши. Ой, где ты взяла такие хорошие гребешки? Мы выкладываем. А я розповідала сьогодні нашим глядачам. Це компанія «Полоцьке Фуд Україна». За
зараз ми перевіримо прямо на ваших очах якість цього продукту. Викладаємо їх. Главное их здесь не передержать, потому что гребешки – это нежный, прекрасный продукт, который буквально за секунду становится… А можно мне доску? Так, пожалуйста, досочку, ножичек, если нужно. У нас все готово практически, а я… Аромат уже просто божественный. Рахуємо 40 секунд. Рахуємо. Включу таймер для успокоєння. Возьму ще тарелочку одну. Видиш, як я орієнтуюсь? Вони становятся золотистого цвета. И это, в принципе, уже достаточно для гребешков. Главное их не передержать, потому что они все-таки чуть-чуть у нас могут быть водянистые и суховатые. А так они должны быть сочные. Угу. Они все-таки трошки втрачают своим объемом, когда смажуются. Конечно, конечно. Все нормально. Ну и сковородка должна быть хорошо раскалена перед тем, как жарить. Вот. И вот они у нас получаются прекрасные, золотистые. Я смотрю, у тебя уже и шапка практически готова. И мы начинаем их потихонечку выкладывать на нашу тарелочку. И сейчас мы засервируем стол и попробуем. Ну, тебе самое сложное. Работать всем женщинам тебе нужно выложить красиво чечевицу. А я не знаю, как это работать. Просто выкладывай. Ну, как дома, ты себе насыпаешь. Перчи по вкусу. Быстренько раз. А я займусь тем же самым здесь. Теперь мы берем гребешочки наши и красиво тебе выкладываем их на блюдо. Берем ложечку нашего соуса. Выливаем сюда. Ну, выглядит уже так действительно по-шефски. Ложечку соуса. Ну, берем. Так уже... Красиво выкладываем наш бекончик. Да, это все можно сделать в домашних условиях. Это как раз для локдауна. Да, для локдауна. Локдаун. Как раз подходит. Все, добре, зараз будем куштувати, и я расскажу вам, как у нас. Ну что, візьмемо гребінця, візьмемо чечевицю и соус у нас. Да, ты заметила? Что вкус просто нежнейший у гребешков. Я просто в шоці, наскільки дуже м'яка сочевиця, наскільки вона підкреслює смак наших гребінців і поєднання із соусом. Я ще не куштувала навіть бекон, але я вже хочу ще з'їсти один гребінець. Все чудово. Просто неймовірно. Виглядає дійсно як у справжньому ресторані. Тож, Ігор, я вдячна тобі за цей рецепт. Дійсно можна і здивувати своїх друзів, які обов'язково прийдуть до нас на новорічні свята. І з нашими українськими продуктами, саме в нашій такій варіації, можна показати лондонську страву від Джиммі Оліві. Поздравляю всіх з Новим Годом. Желаю, щоб 21-й год став для всіх более удачным, чем 20-й, чтобы все трудности мы преодолели, закончился этот карантин, локдаун. И главное, чтобы вы все были живы, здоровы, ну и приятного аппетита. Так, друзі, я хочу сказати, щоб 2021 рік був смачним вашим роком, щоб ви готували, не дивлячись ні на що, ні на які обставини, щоб, адже ви можете це все зробити, все на кухні, щоб дивилися нашу програму. І мені буде дуже приємно, якщо ви будете повторювати наші рецепти в себе вдома. Отож, будьте здорові та будьте щасливі. Це була програма «Фаршмак». Мене звати Аня Янак, сьогоднішній гість Ігор Кузьмін. Тож, до зустрічі. І з Новим роком! Спонсор показу Polar Seafood Україна.